Здравствуйте! Меня зовут Майя Хасан. Я изучаю русский язык в Томасском государственном университете. У меня один вопрос. Что означает слово «беспредель»? Можно ли употреблять его в речи? Спасибо большое! Здравствуйте, уважаемые зрители! Слово «беспредел» носит разговорно сниженный характер и происходит из уголовного жаргона. В среде уголовников беспределом называют крайне жестокое преступление, совершенное с нарушением не только правовых норм, но и законов воровского мира. Его дериватами стали слова «беспредельщик», «вор, не соблюдающий воровских законов», и «беспредельничать», «нарушать воровские законы». Все эти слова вошли в нашу речь в 90-х годах 20 века, когда с разгулом преступности в русскую языковую картину мира проникли многочисленные понятия криминального характера. Современное значение лексемы «беспредел» – крайняя степень беззакония, беспорядка, ничем не ограниченный произвол. Слово часто используется в повседневной коммуникации для выражения сильного возмущения, оценки поступка или ситуации как противоречащих всем правилам. Это форменный беспредел. У вас тут какой-то беспредел творится. Кроме того, его нередко можно встретить в речи политиков и в средствах массовой информации. Например, необходимо остановить ценовой беспредел. Прокуратура защитила ветерана от чиновничьего беспредела. Употреблять слово «беспредел» следует с осторожностью, поскольку в литературный язык оно пока не вошло, хотя и находится на этом пути. Русский язык – великий, могучий и черпающий свои богатства из разных источников.